Распаковываем сегодня еще вот такую миниатюрку. И это тоже украшение. Прошлое видео, кому интересно, посмотрите по ссылочке. Там одно такое небольшое ожерелье распаковывали. Сегодня тоже должно у нас быть вот, вот такая красота. Сейчас смотрим. Выглядела на фото очень привлекательно. Вот какая она красивая. Так, а где она открывается? Ага, значит, я порвала. Ну, ничего страшного, в принципе. Так, все как бы прицеплено на бирочке. Так, оно выглядит, как будто там ожерелье у индейцев. Какое-то интересное такое. Перышко. Тяжеленькое, кстати. Тяжеленькая, аккуратненькая. Здесь просто веревочки, плотные веревочки, они не тянутся. Замочек как бы здесь закрыт, не видно, я так понимаю. Ну, для того, чтобы оно так красиво висело. Но металл хороший. И здесь вот как бы плотненькие такие вот барабанчики. Камушки все на месте. Легенькие вот эти вот бусины, которые вот ездят. В общем, красиво, оригинально. Но металл, сам металл по себе очень плотный, очень аккуратно сделан. Как бы это еще одно украшение, которое я поменяла на монеты. Прошлое украшение у меня тоже было там скоплено монеты. Я его просто поменяла. Вот, в принципе, можно будет попробовать еще что-то интересное заказать. Красиво. Красиво, оригинально выглядит. Если еще под черный гольфик, то очень-очень даже будет все классно.